прибыла из Китая посылка нам с многим товаром. И один из них это у нас был собачий куттер. Вот это типа расческа, которая вычесывает собачку. Имеем какие-то иероглифы непонятные. Марка Джиахе. Ну, герметично заправлено. На обратной стороне инструкция. Еще одна инструкция. Даже какие-то гарантии нам предоставляют. Ну, в принципе, пробуем ее достать, посмотреть вживую, что она из себя представляет. Достается с коробочки. Ну, по факту это расческа с одной стороны, но мы видим с острой бритвой с другой. Здесь бритва уже более глубже, то есть это, так сказать, чесалка и волоса удалялка. На вид, ну видите, она гнется. В принципе, я боюсь, что сильнее сегодня сломаю. Ручка довольно плотная. Сам размер этой штуковины будет мою чудесную рулетку задевали куда-то, бумере транспортируем. Ну, как видим, кромка 8 сантиметров, ну и сама длина у нас получается, замеряем, 10, ну, где-то 17,5 сантиметров. То есть зовем нашего пса, пес ко мне, пес придет, это пес, даем понюхать. Не особо в восторге от того, что сейчас что-то с ним будет делать, но мы аккуратно попробуем. Сидеть. Вот мы берем и начинаем как бы причесывать. Все равно что-то ничего у нас не происходит. Давайте попробуем другой. Другой, ага. Ну, другой стороной, вы видите, вот вычесываем у него, по факту даже срезаем, наверное, подпушек, которая мешает нам. Мертвый волос, который выпадает. А, вот, да, мертвый волос, мне подсказывают, который выпадает. Ну, тут надо просто двумя руками действовать, поэтому я не могу точно подсказать, но вот оно, в принципе, режет, собака не пищала, почти не больно ничего. Поэтому для подпушки вот такая вот вещь must have в каждом доме.